Один из самых востребованных институтов ВАГУ – Институт математики и информационных технологий. Здесь студентов учат разрабатывать новые методы и алгоритмы для инновационных программных продуктов. В этом году бюджетных мест в институте более 300. Это примерно в два раза больше, чем три года назад. Мы работаем с индустриальными партнерами в регионе и в Российской Федерации, которые обучают наших студентов и, в частности, трудоустраивают к себе в IT-компании. Гражданам требуется образование в сфере IT для работы с новыми, с большими данными, с искусственным интеллектом. Кроме того, у каждого студента АГУ есть уникальная возможность усилить свои цифровые навыки. Здесь создана система дополнительного IT-образования для обучающихся любых направлений под названием Digital App. Только в 2022 году 1000 студентов вуза бесплатно получили дополнительную IT-квалификацию. У абитуриентов цифровые специальности в АГУ пользуются спросом. Достаточно большое количество заявлений, на данный момент более 1200. Всего в АГУ почти 3000 бюджетных мест, но с заявлениями стоит поторопиться. Прием документов для бакалавриата и специалитета заканчивается 25 июля, в магистратуру 16 августа. Подать все бумаги можно очно, по почте, через госуслуги или личный кабинет абитуриента АГУ.